Всем привет, друзья! Опять его вольера с мандаринками. Вот. Она сидит, все нормально. Что я сейчас хочу? Взял такой вот сетки капроновые. Сейчас буду заматывать как-то, а то с ней разматывать. Вот эту переднюю часть сетки надо как-то снизу заделать. Степлером, наверное, прокладку. Затем, потому что где-то через неделю, дней 10 у него вывод. И малышня через такую сетку 50 на 25 пролазит. Чтоб их тут ни цесарки, никто не бил, так сказать. Не укокошил. Надо, чтобы они не пролезли. Да, сейчас. Зерном буду убирать. Да, не буду натягивать сетку. И хочу еще поубирать у них полностью. Где вы, поутесять все. Постелить новую постилку. Ну, чтобы так надо, в общем. Да, сейчас буду этим заниматься. Вот, друзья, натянул спереди и степлером пристрелял такую вот зелененькую пластиковую сеточку. Ну, все, на такую высоту, думаю, достаточно. Будет. Все, приготовил свой рабочий инструмент для уборки в вольере. Сейчас захожу и заодно просвечу яйца, посмотрю, что там, как развивается. И вам скажу, в прошлый раз я светил где-то, дней 10 назад или за 2 недели. Было из 10 штук, 9 точно было затворенных, одно по сомнению. Как-то так. Еще. Так, ну, сейчас зайти яйца сразу показать. А, даже нет, ладно. Именно поубираю, если она сейчас не выскочит. Но будем выгребать. Если выскочит, тогда сразу покажу яйца. Не хочется лишний раз тревожить, то поубирать надо. Вот туда просветила яичко. 9 штучек. Это 9 оплодотворенных развивающихся яиц. Тогда я не ошибся, одно не развивается. Поэтому я его забрал сразу. Все, я его шугнул. Вот она, девочка, она переживает, боится. Все, быстренько убираем. Утекаем отсюда. Все, теперь выгребаю быстренько все. И все. Тут весь мусор. Ну, друзья, таким нелегким, точнее, нелегким, нехитрым способом и производится уборка. Так, тарелочку. Классно, когда бетонная стяжка, чистить вообще будет не нравится. Ну что, ладно. В принципе, показал, вот так уже в вольере. Вот это течет вода, когда не купаюсь, немного сыровато. Сейчас подсохнет, поднесу соломки, притрушу. Ну все, добираю. Все. Принес солому. Сейчас будем распределять. Да, мне его хорошенько насыпать. Потому что она как выведет, если выведет и будет все хорошо, она их поведет на ночь вот сюда. Потому что в прошлый раз у меня именно так и было. Вот так вот это выйдет, они потом притопчут и будет все красиво.
так вот валили. Ну ладно, все, в принципе, дальше сюда покажу. Все, ребят, уборка завершена. Даже помыл тазик, почистил, все. Он чистый, красиво. Следующее видео, я надеюсь, будет уже с малышней, когда она выведет. Он прячется, пускай заходит в гнездо. Так, ну все, ребят, как-то так. Все, всем спасибо за внимание, друзья. Всем удачки и всем пока.